Акция «Люблю Бессарабку», которую развернул в городе председатель территориальной организации партии социалистов Петр Пушкарь, началась с благоустройства кургана дружбы в микрорайоне Фломында. В ходе данной кампании здесь установлено несколько скамеек, качели, а также сделана песочница для детей. В обустройстве места отдыха приняли активное участие молодогвардейцы и члены партии социалистов. Это все делается для детей, для молодежи, для мам, пап, которые гуляют с детьми, чтобы имели где выйти. И чтобы как можно больше наших советников хотя бы вот в этом участвовали, хотя бы по одному разу. Как отметил Петр Пушкарь, благоустройство кургана не единственное, что он планирует сделать в Басарабяске. Эта кампания будет подразумевать в себе много акций. Это не только будет заканчиваться на кургане или на Фломынде, это будет и на станции, и в Романовке, и в Мизоне, в совхозе. Это будет благоустройство улиц, это грядирование, продолжение освещения в городе. Это будет восстановление благоустройства подъездов жилых домов. Различные мероприятия, и также где люди к нам будут обращаться, мы будем всячески им оказывать помощь. Сегодня я вижу, что у нас город с каждым днем все гаснет и гаснет, и люди все больше отсюда уезжают. И мне не безразлично, что творится в нашем городе. Я хочу как-то повлиять на ситуацию, сделать, чтобы в нашем городе действительно стало намного красивее жить. И для этого я буду делать все, что в моих силах, чтобы это действительно стало явью. Мероприятия в рамках кампании «Люблю Молдову» будут проходить в городе в течение года.